Ларсон, приходи ко мне каждый день после школы, чтобы переспать. Что? Да, ты, я, секс. Как насчет небольшой предыстории? Пока я устанавливала учебную планку для нашего поколения, мои одноклассники были заняты другими вещами. Злюк, а я уже готовенький. Твою мать! Мы оба знаем, что ты не занимаешься тем, в чем плоха. Я не могу быть плоха в этом. Сейчас не время быть перфекционистом. Я все испорчу. Ты взорвешь все, что тебе нравится. Овладеть сексуальным совершенством. Я создам приложение, которое соберет информацию и укажет путь к удачному сексуальному опыту. Мне нужно собрать информацию. Есть некоторые подходы к удовольствию партнера. Рок-н-ролл, серфинг, револьвер двойного действия, спок и обратный спок. Черт. Если ты хочешь быть художником, сосущим член, пенис Пикассо, Клод Минет, Сандро Боттичлен, все зависит от головки. Нашла партнера для практики? Я не могу тебя сексуализировать. Я слишком уважаю тебя за твой ум и твою независимость. Боже мой. Поверить не могу, что ты это сделала. Это было при людях. Технически это прелюдия. Поехали. Скорость Бога. Думаю, сегодняшний эксперимент можно назвать успешным. У меня есть гипотеза, что любовь приводит к сексу, а секс приводит к любви. Наша динамика должна оставаться сугубо профессиональной ради эксперимента. Значит, если мы не экспериментируем, мы не можем тусоваться? Дети, вы слишком озабочены стать хорошими в сексе. Эти отношения требуют практики. Предохраняйся. Ларсон, мы готовы? Да. Готовы! Ты просто кончил, не снимая презерватив. Я сниму. У меня много презервативов, ребристые, со смазкой. Окей, давай вытаскивай, шкипер. Сексапильность. Попробуй все, чтобы понять, что хочешь. Выбор огромен. Есть для правшей, для левшей, прямые, с выпуклостями. Ладно, я просто схожу в Томтаун на дегустацию говядины.